Сегодня мы находимся на берегу озера Верхнее в Мичигане, Соединенные Штаты Америки. Северный Мичиган, Superior Lake, по-английски называется. Три. Сейчас я буду купаться в озере. Конец октября, чуть-чуть прохладно, но искупаться надо. Я зря полотенце вон там. Чуть-чуть прохладно, это ты немножко что-то как-то так это. Ой, песок, слушай, не нагрелся на солнце? Да ладно. Серьезно? А я тебе говорил. Ну-ка давай, оп-оп, закаляйся. Закаляйся, если хочешь быть здоров. Упражняйся. Оп. Сейчас Руслан наш. А? Там мне нету. Не, все чистенько. Только ты сейчас окалеешь. Все, он пошел. Вот она. Прыгай! Прыгай, ныряй! О! Давай на свой! Сейчас мы катаемся по парку. Здесь интересно и красиво. Красиво. Пис. Пис-браза. Пис-браза. Угу. Что ты мне сейчас еще покажешь тут? Сейчас я еще покажу что-то. Интересно. А здесь one way или or? Да. А то не хотелось бы, чтобы кто-то навстречу пер, знаешь? Ну, не, навстречу тут не поедет. Да, впервые я нахожусь в северном Мичигане, господа. Прямо на берегу озера Верхнее. Только что искупался. Угу. Было замечательно. Да. Угу. Сейчас нас снова ожидает ужин. Вечерний ужин уже. Вечерний подтянулся. Ужин. Сегодня была одна тренировочка на ковре. Да, сейчас мы находимся в парке, который называется Prescue. Something like that. У тебя есть желание? Ну, пошли. Прямо оттуда прыгнуть, прямо да? Прямо оттуда прыгнуть. А где это? При... По скалам. А возвращаешься сюда, нет, да? Нет, по скалам завалишь. Можешь туда вернуться, если хочешь. Да? Ну да. Страшно, слушай. Страшно это. Яйца превратятся в голубины. Да, Дмитрий настойчиво предлагает прыгнуть в водичку. Но что-то нежелание. Ну, я уже искупался, уже как-то настрой пропал. А так можно было прыгнуть, в принципе. Но что-то нежелание. Ну так, продолжаем культурно отдыхать в этом парке. Замечательно все и красиво. Солнышко садится. Сколько, 6 часов есть время или нет? Да. Ровно 6? Нет, без 3 минут, без 2 минут. А, ну ровно 6, можно сказать. Да. Ровно 6, но без 2 минут. О, строим пошли. В атаку. О, тема. The students in the room, the rest of the world, everybody.